этот зеленый коридор все больше и больше просвечивается солнцем. Потому что то там вырубаны деревья. Причем как-то так не планово, по-моему. Да? Как-то выборочно, непонятно. Ехали по трассе и остановились. Не потому, что вы подумали в лесу, потому что просто удручающий вид. Все вырубано. Вы посмотрите, что делается. Причем вырубка самых лучших деревьев. Это ужас. Это ж красивый лес. Причем видно, даже то, что надо забрали, а это еще лежит. Вообще ничего не понятно. Обычно, когда идет вырубка, вырубают все подряд, все очищают. И потом садят на том месте. Садят. А это вообще непонятно, что это делается. Как бы плохие деревья, корявые, неровные, стоят. Но это вырубано для того, чтобы машины вот едут. Ну, такое делается у нас. Мы хотим, чтобы была экология, чтобы было чем дышать. Но здесь вот все вырубано. Да. Никто не чистит, все так и остается. Бедные деревья, бедные люди. Да, все желает быть лучше.